Я сейчас сделаю маленький перерыв. И забавный случай произошел. Жалко, я его не успел заснять. Мимо проходила сейчас искусствовед из художественного музея. Ну, очень известный, но очень маститый искусствовед. Не буду называть фамилию. Можно сказать, единственный искусствовед у нас в Иркутске. Из художественного музея. А вы обращали внимание, люди проходят, подходят, что-то интересуются, даже что-то говорят. Но я как бы знаю, что меня в Иркутском художественном музее не существует как художник. Меня там не знают, да? Ну вот проходила сейчас из музея сотрудница ведущего. Я, ну, поздоровался, говорю, здравствуйте. А она, ну я не знаю, может быть, у человека проблемы какие-нибудь. Она махнула головой, вот не взглянула совершенно на вот мой рисунок и пошла. То есть абсолютно безучастно. Меня это так удивило, потому что, ну вы знаете, ну вот все подходят, останавливаются и даже надоедают. Все интересуются. А тут идет сотрудник художественного музея, ведущий искусствовед города, области, да, там, я не знаю, может быть, России. В общем-то, наверное, она в лицо меня знает, фамилию, наверное, мою слышала. Но она проходит совершенно равнодушно, кивает головой, скользит взглядом по вот этой вот акварельке, да. Я уж не говорю о том, что приостановиться там и поговорить. У нее вот даже в глазу не мелькнуло, ну, ни капли заинтересованности. Вот такие парадоксы иркутского искусствоведения. Ну ладно, продолжаем рисовать. Надо рисовать или не надо? Закончил свой пленэр. Это улица Марата в центре города Иркутска. Тут у нас улица, ой, дай бог не соврать, забыл, на перекрестке. Ой, лучше молчать. Или Свердлова.
Свердлова. Да. Это улица Марата, перекресток с улицей Свердлова или Свердлова. Закончился осенний теплый сибирский день. Быстро, быстро. Сибирь, Иркутск, каторжный край, не для искусств, пожалуй, а для такой работы под землей в шахте. А здесь не успел выйти, уже замерз. Не успел начать работать, уже темно. Хочется в теплые, светлые края ехать. Там, где искусствоведы из художественного музея, когда проходят мимо художника, сидящего на улице, ну хотя бы останавливаются и интересуются, а вы кто, откуда, и что здесь делаете, как вы рисуете, а не так, как в нашем случае. Очень характерный сегодня был момент. Ну ладно, на этом мы закончим. Я сегодня устроил для всех проезжающих здесь автобусов, а они здесь несметным количеством едут. И все смотрят, смотрят, смотрят на меня, тут пальцами показывают. Короче говоря, такой вот аттракцион для всего города проезжающего. Вот здесь 3 часа проезжали автобусы без остановки. Огромное количество, не знаю, 1000 человек проехали, да? И для всех вот я тут устроил такое вот представление. Всем было интересно. Вот. Привет. Скажи что-нибудь. Ну что-нибудь сюда. А еще. А вы в школе учитесь? Да. А алфавит там изучаете? Да. Уже изучили полностью. Ну так А, следующая буква. Б. А, следующая. Б. А потом? Ну и давайте. До конца. Все? Да. Ну, молодец, ты, наверное, на 5-ке учишься. А ты? Ну, не всегда, у нее разные оценки у меня. Вы в каком классе? В 3-м Б. В 3-м Б. Ну, ладно, до свидания.